Опа, царь Сергей. Жопа. Мод здесь делаем. Быстренько убиваем, идем на пожарного. Дайте рыбу. Возле звезды рыба. Поставьте шкаф с уманем фотона. Можно дать фулл баф. Лапку дайте. Так, как вы думаете, если я сагрю звездочку, босс не сагрится, да? Нет. Давай. Нет. Давайте бейте тогда стражи. Звездочку бейте. Заливаем пророки. Сейчас убиваем трэш, где могли босса. Орех, блять. Самый худший рингнейм за мои 24 года. Не повезло, трэш вышел плохой. Ленинка, пробуй забирать на себя, бейте точечно босса. Плохо. Можно залить. Идите боксы, да? Меня не случай. И убейте деревце слева от босса. Ну, пришло время дать сакру. Сейчас трэш помирает, повзрывает нас. Прекращайте каст на одну секунду. Видели? Это было очень жестко. Подумайте меня, разроливаю лут. Я пока больше. Почти без лута. Ботинки на хила, на оф. Завоеватель, паладин, перистлок. Алхимика. Это рецепт. Кузнечное дело. Показываю пруфу. Один человек только с кузнечным делом в рейде.
Ну, я тоже. Что-то а что, походу, есть рецепты? Черный лимон, ты же фулман. Ну, а что ты не рулишь? У тебя же есть нету места. Хорош. Так. Дудодипка давай в ДЦ. Три хила пойдем. У пожарника, да, еще сделаешь? Три хила захилить? Ну, такое. Лучше бы еще дерево. Включите ставь, пожалуйста. Я думаю, хоть рейс есть у кого-то на этого босса зайти. Чё-чё? Олег, я захожу. Не слышно, чё, Олег? Всё, не надо. Ну, графит, заходи на аэродром, если не жалко, когда. Ха, ну, включи дух стоит. Пожалуйста. О, нет, графит, заходи. Кралька, заходи ты на аэродром. Ваня, вареники дадут? Да. А зачем мне не пить? Я же релов написал, Олег. Шо такое? Не, я думал, ничего стая вроде. Почему-то я только про тебя сказал, и сразу стая пропала. Кралька, заходи. Потом плюс они. За глупую смерть здесь будем ДП. Так, Вуди Аллен, дашь СС на Кральку. Графит СС на Лейшина. Давайте сейчас шкафчик поставим. Кто может на второй фазе выйти на рейндж, словить красную метку и забежать потом под обстрел? Какой-нибудь прист. Дедмайт, например, сможешь так сделать? Плохо. Кто может на ранже на второй фазе постоять? После красной метки забежать под босса. Постою. Дайте бафы и рыбу. Идем, что за режим боя? Так. Кому бафы надо? Короче, давайте фулл баф по рейду. Идемте за квадратом. Ой, за этим, за черепом. Animal Rally, подходите, пацаны. Да, три секунды. Рыбу доедают. Дается лапу. Я не молчался, МП5 под руидом. Сам по всем надо, МП5. Спасибо.
Мейшен. Мейшен, Аюр. Аюр. Тут, а то. Да, запускаю. Ходим постоянно в этом, в кружочке, звездочки. Видите, босс уже. Ну сами. Не стойте все в одной куче, вы плазму получаете, захиливать сложно. Немного на рейндж выйдите друг от друга. Нелегкие отбежали. Шоковый удар, захиливайте танка. Ни к чем, в чем проблема? Мы ждем. Да, да, ждем. Побежали дальше. Стопайте по боссу, стопайте. Не бить босса. Ждем шокового, и потом босс потушит платформу. Тогда добиваем. Бежали от шокового. Берите, 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 обязательно. К воротам сейчас. Побежали уже к воротам, видите? Пошли. Звезду встали. Мерка спала, ага. Высоту залил, мана. Пошли бить босса. Юр на рейндже. И остальные в звездочке стоим. Не вот здесь, вот не вот здесь бьем босса. Потому что здесь надо будет потом прятаться под обстрелом. А вот здесь стоим. Так, ледяная бомба упала. Так, где она падает, блядь? Вообще не вижу. Встали в звездочку. На воротах, вон где Хант стоит. Хант, отпрыгни. Да, нормально. Звезду встали. Третий пока босс. Так, красная метка пошла. Забежали за спину. Бля, он опять перенес. Сейчас будет обстрел, смотрим. Давай, Сакву. Звезду встали. Даю гимнат хил. Все, добивайте босса, вышли с огня. Милики, не бейте уже, там огонь. Добивайте РДД. Так, давайте вот сюда звезду встали. Пускай здесь огонь будет разливаться на этой стороне комнаты, а там будет свободное пространство. Здесь ходим, пока босс выйдет. Так, вышел босс. Вот здесь его подбиваем. Идите за огнем, паника, подбираешь эти трэш. Попробую притянуть голову. Выше не обкатишь и подняйся, получится. Выходите, видите, роботы потушили огонь, ходите сюда и бейте голову. Милики, бейте трэш. РДД босса. Давай, отходите, если на вас сало есть, то рядом барахлоботы вешают этот дебаф. Сигнальный. Убивайте, милки трэш. Так,
Так, смотрите, сначала будет ледяная бомба, потом обстрел, потом шоковый удар. Всегда следим за звездочкой. Так, стоим здесь. Вот. Пока здесь стоим, пока босс собирается. Убейтесь мелких. 10 секунд разлив. Сюда встали, блядь, в звезду. Видите, где звезда? Зачем там огонь разливается? Пускай лучше здесь будет разливаться, в углу, где мы никогда не встанем на третьей фазе. Сейчас будет рост. Отошли за звездой. Давайте, перестой все три части тела, дот эти, РДД, башку, милики, низ. Пали в звездочку. Так, ледяная бомба падает. Смотрим, куда. Не вижу. Давайте, рост. Убегаем, убегаем. Убегаем вперед, ребята, надо уйти сюда. Давайте, за звездой побежали. Так, мины. Давай, Сакуру. Скоро обстрел. От красной метки отошли. Звезду встали. Сейчас обстрел будет. Все на центр, сейчас обстрел будет. Тыкайте все на центр и смотрим, куда бежать. Веди, 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 босса, не стил. Звезду встали. Хорош. За спину, за спину. Не всех так. За спину. Падай. Просто в огне стоит, вот как там бежать за спину. Так он откинул, блять, и кастовать начал. Короче, а возможно багнется еще? Да. Не, он не багнется, если не покидает. Да, давайте подождем. Ну пока багаемся. Пока не ресет. Да он никогда не багался. Я слышал такую штуку. Всегда багался. Я слышал такую штуку, что если он последнего чувака живого добивает физатакой, то он не багается, а если какой-то способностью, типа лужи, то багается. Ага. Да, такая легенда. Беги, малышка, беги! Там вот этих сигнальных. Беги, малышка, беги! Своим тушением, блядь. Кобой, сейчас посмотрим. Ладно, сейчас я покикаю. Посмотрим, что будет. Беги, малышка, беги! Я точно знаю, что он сам разбагивается, но надо время минут 5, наверное, 10. Ну или 2 минуты, да, ну короче где-то так. Раньше было 5-10. Буду дипка, не покидай пати. Потом резать. Потом. Самоуничтожение через минуту пишет. Сейчас посмотрим. Дебильный ник не говори вообще, орех какой-то нахуй. Грецкий что ли?
USB, блядь, и то еще нормально был. Так на английском еще хуже, бля, OPEX нахуй, что за хуйня? Че там, Бибоп? Да вот, нормальный тема. Не достаю слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Бей, схожу, пока еще приду. Пишите на ИП. Что, что ли? Да. Сейчас на моду пойду. Сколько будешь давать? Минут через 20, как тогда нужно разбавить.